35 племенных хозяйств, более 60 высокопродуктивных коров. В 21 раз проходит Московская областная выставка «Звезды Подмосковья». Второй год подряд на территории Ленинского района. Наш муниципалитет традиционно встречает фермеров на высоком уровне. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания. Здесь очень удобно для скота располагаться и очень удобное расположение для тех, кто приезжает из различных мест Подмосковья, в том числе из регионов, так как рядом находятся гостиничные комплексы, и все это составляет хорошую комфортную инфраструктуру. Выставка племенных животных «Звезды Подмосковья» — можно сказать, конкурс красоты для молочного животноводства. Самые ухоженные, самые красивые. Коровы, представленные на выставке, словно с обложки глянцевого журнала о сельском хозяйстве. Это и буренки чернопестровой, голштинской и холмогорской пород. Но и среди лучших есть те, которые заслуживают быть отмеченными жюри. К судьям коровы выходят группами. В каждой из них определяется победительница, чтобы впоследствии принять участие в суперфинале. Так, одной из финалисток стала буренка из Домодедовского городского округа. Я счастлива, что моя корова, я не верила, что такое это происходит. Но я сейчас очень счастлива на своей корове. С такими коровками Московская область может не беспокоиться о качестве своей молочной продукции. Неспроста регион входит в общероссийскую пятерку по продуктивности скота. Молочное животноводство – одно из приоритетных направлений в Подмосковье. Племенное наше ядро говорит о увеличении производства, продуктивности и, как следствие, увеличении производства молока. Поэтому в целом по итогам года мы рассчитываем получить неплохие показатели. Более 640 тысяч тонн в целом на территории нашего региона должно быть произведено. Помимо конкурса племенных животных, выставка «Звезды Подмосковья» – это площадка для обмена опытом, создания важных взаимодействий и демонстрация последних отечественных разработок в сфере сельского хозяйства и импортных машин для доения коров. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.